Сегодня в программе. Базель побаивается, но выигрывает. Ну, сейчас будет сложнее. Ерохин мажет из убойной позиции, а потом и вовсе сгоняется с поля. Переволновался в тот момент. И что можно купить игрокам шерифа за обещанные премиальные? А эти премии можно купить в игру? Я думаю, что да. На этот раз не ничья. Зимбру есть вторая победа в чемпионате, но только 7-е место в турнирной таблице. Да интересно, как проявит себя новоиспеченный игрок Олег Шишкин, который на днях перешел в ряды Кишневского клуба. Олег Шишкин дебютирует за кишневцев. Победа на флажке. Решает все себя в данный момент, данный час, данную минуту на поле. Дача обыгрывает «Динамо» в гостях, а Добровольского интуиция не подводит. Вышедший на замену Орбу и Каргалидзе приносит 3 очка волкам. Честно говоря, для меня, когда хороший пас дают, больше удовольствия получаю, чем когда забьем. 500 тысяч в год. Много или мало для дебютанта дивизия? У нас не такой уж большой бюджет. У нас 500 тысяч лей. Ну, для, скажем так, для дебютанта это, скажем так, мы начинаем. В чем заключается надежда спиранцы? Думаю, что со временем эта команда станет еще на свои ноги. Суручены как место футбольных сражений команд национальной дивизии и дивизия. На сегодняшний день Сурученское поле принимает свою местную команду Светлый Георгий, футбольный клуб Гагаузия, ну и команду, играющую в дивизии А Лилкора. На этот раз Буйканы Лилкора. Мало что получается, но стараемся. Усилить атаку. Бывший нападающий сборной Македонии Горан Станковский в даче. Надеюсь, что будем играть хорошо, чтобы они были довольны. А болельщики «Желтых волков» торжественно получают свои призы. Кто выиграет новенький поло? На поиски Сергея Клещенко. Они узнали все. Сегодня нам улыбнулась невероятная удача. Мы приглашены в гости к легенде молдавского футбола. Наверняка всем любителям футбола известно об этом человеке практически все. Но мы постараемся сегодня раскрыть его с немножечко другой стороны. Посмотри, 16-1, это как раз его дом. Ну пошли тогда. Я думаю, он нам много интересного расскажет. Да. Модный футбол в гостях у лучшего бомбардира в истории сборной Молдовы. Здравствуйте. Ух ты, какая у вас огромная квартира. Откровение тура. Чем бы полакомиться? Надо быть. Очередная версия нашей программы.